Встреча началась с доклада ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова о начале реализации в Республике Татарстан программы «Приоритет-2030». Мы с вами прежде всего должны сформировать модель нашей республики и наших структурных подразделений наших университетов в 2030 году. То есть просто ответить, что из себя будет представлять республика в 2030 году и какое место здесь отводится нашим университетом, нашим научным центром. На заседании также присутствовал председатель Комитета Госдумы Федерального собрания Российской Федерации по молодежной политике Артем Метелев, который высказал инициативы от Комитета по молодежной политике. Как некую сверхзадачу видим для себя сделать государство удобным для молодого человека. Он сравнивает то, как качественно оказываются ему услуги с другими компаниями, коммерческими, некоммерческими. Если они оказываются некачественно, то он просто уезжает из этого региона, или из этого города, или из этой страны. Все просто. В целом мероприятие было посвящено обсуждению вопроса критериев оценки воспитательной деятельности. Государство и общество заинтересованы в молодежи как в активной социальной силе, как в таком поколении, которое, включаясь в общественную жизнь, является участником общественного прогресса. Немножко дискутируя с уважаемыми коллегами с Министерства образования и науки Республики, у нас работа с талантливой молодежью, она достаточно неплохо выстроена и в республике в целом, и в наших вузах. Вместе с тем, в условиях модернизации российского общества и в сложившейся социально-экономической обстановке именно молодежь является наиболее незащищенной и подверженной различным радикальным и экстремистским идеям. В том числе и по детям с определенными отклонениями в здоровье. Это тоже вопрос инклюзивного образования. Мы об этом много говорим, но вся наша инфраструктура, она все-таки нуждается еще в улучшении. Немаловажной оказалась и тема влияния виртуального пространства сети интернет на молодых людей. Когда мы увидели в социологических исследованиях, что спрос у молодежи на социальный контент, на позитивный контент, а не на кровь и негатив, то появился Институт развития интернета, и каждый год его капитализация увеличивается в 2 раза. Несмотря на серьезный градус мероприятия, атмосфера встречи была теплой и позитивной. Надежда Мещерякова, Фарид Захитоглы, Универньюз. We'll be right back.